Доброта, сердечность, уважение – главное в профессии соцработника, уверена Татьяна Кенберг. Уже 23 года она главная помощница для пожилых людей в Кинельском районе. Покупает продукты и лекарства, помогает по хозяйству, к подопечным относится как к родным. Мы каждый день бываем, мы ходим каждый день к ним, к нашим бабушкам, дедушкам. Они ждут нас с нетерпением. Вот сейчас я, как говорится, приехала на праздник, они у меня там одни. Хотя я утром уже успела их оббежать. Каждый день наградой для Татьяны становится улыбка подопечных. А в праздник – почетный знак. Заслуженный работник социальной защиты населения Самарской области вручает губернатор. Больше миллиона жителей Самарского региона получают те или иные меры соцподдержки. В регионе существует 125 видов социальных выплат. На соцзащиту из бюджета области выделяют почти 19 миллиардов рублей. Это самая большая сумма среди регионов ПФО. Но ведущую роль играет не только материальная составляющая, но и человеческий фактор. Этот день особый, работа ваша особая, требующая самой широкой души, может быть, самого-самого пристального внимания к человеку, какое отношение к этим людям, пожилым, людям с ограниченными возможностями. И этим во многом определяется и уровень общей культуры. Труд с такой серьезной душевной отдачей в регионе тоже ценят высоко. Постепенно увеличиваются зарплаты социальных работников. Через 2 года должны достигнуть уровня среднего заработка по региону. Кроме того, Самарская область претендует на участие в пилотном проекте, который подразумевает реализацию новой модели социального обслуживания. На это будет предусмотрена дополнительная поддержка из федерального бюджета. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События.